хорошо. Толь, есть ли у тебя музыкальное образование? Где ты его получил? И сколько синяков ты получил от родителей, занимаясь музыкой? Музыкальное образование у меня есть. Я получил его у Голландцевой Ирины Георгиевны, у моего педагога, которому я страшно благодарен, потому что именно она сделала все для того, чтобы я просто закончил школу, для того, чтобы у меня было скрипичное образование, для того, чтобы я понимал, что, как, куда и почему. Если бы не она, то, ну, я боюсь, что у меня бы не было образования, и я бы не закончил эту школу. То есть ты играешь на скрипке? Играю. Ты знаешь, вот миниатюру Аркадия Арканова, совершенно сумасшедшая, чумовая. У нас случайно в кустах... Линда, только не рассказывай, что это случайно. А ружья на стене нет случайно? Появилась скрипка. Как помнишь, этот был момент, у меня в кустах случайно оказалась виолончель. Я сейчас вам чего-нибудь сыграю. Пожалуйста. Но он уже подставные номера, Ну, Толик, ну чего там? Спасибо.